В Сургутском районе в выходные произошли две автоаварии с летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба окружной ГИБДД. Первая на дороге Сургут-Лентор. 35-летний водитель Kia не убедился в безопасности маневра перед обгоном и на встречной полосе врезался в ДАФ. Виновник аварии погиб на месте. Чуть позднее на северном обходе Сургута 41-летний водитель Рено допустил ту же ошибку. Выехал на встречку и столкнулся с Субару, водитель которой погиб. Всего же за выходные на дорогах Югры произошло 8 ДТП, в которых погибли 2 человека, еще 7, в том числе 2 ребенка, получили травмы. Кроме того, полицейские задержали 28 водителей в состоянии опьянения, 15 отказались от освидетельствования. 8 сели пьяными за руль не в первый раз. За выезд на встречную полосу к ответственности привлекли 47 водителей, 106 пренебрегли правилами перевозки детей.